Всем привет, и это прохождение игры Готики 2 Возвращение. Сейчас я иду снова к Бастеру, потому что я буду обучаться акробатике. Надо было, наверное, это сделать сразу. Но я все-таки сделаю это сейчас. Также надо будет не забыть Ерлу отдать это, последнюю каменную плитку. Постоянно забываю ему отдать. Ну а после этого я уже могу вступить в торговую гильдию. Или просто в гильдию торговцев. Так, хорошо, что я посмотрел, мне не хватает золота. На 500 золотых монет стоит закрывать. Что тебе нужно? И 5 очков обучения. Я хотел бы чему-нибудь научиться. Похоже, ты не слишком проворен. Я могу помочь тебе. Я могу обучить тебя контролю над телом. Это искусство называется акробатика. Когда ты Все, теперь я обучился акробатике. Теперь я могу быстрее передвигаться. Могу прыгать со всяких, допустим, ну, домов, склонов всяких. И терять при этом меньше жизни, блин. Не начали мы их гоблинов убивать. Черт. О! Получай, грязная тварь! Хотя бы за одного опыт получил. Ничего. Так, ну а сейчас я уже отправлюсь к Еролу отдавать последнюю каменную плитку. Ну так вот, я подошел уже к Еролу. И сейчас я отдам ему каменную плитку. Так, по поводу каменных плиток. Насчет этих. У меня есть одна такая. Спасибо тебе. Этого достаточно, когда... Все, он отправляется к Подожди себе домой. Минутку. А я его спрашиваю про торговую гильдию. Он скажет, что я могу в нее вступить, если я отдам рекомендательное письмо. Он написал для меня рекомендательное письмо, которое я должен отдать одному торговцу в городе по имени Лютера. Также я ему еще не выполнил задание по ветке Галахарда. Ну ничего, я это скоро сделаю. Сейчас я отправляюсь в город. Вот я уже у города, и сначала я немного закуплюсь. Так. Вот она, есть золотая шкатулка, откроем ее. Что у нас? Ты посмотри. В ней было 100 золотых монет. Теперь эту пустую шкатулку я могу продать, но уже за меньшую ценность. То она стоила 800, 6, 700. Сейчас кошелек открою. Так, это что у нас? Нет. Да, денег мало, но все-таки что-то Покажи. Надо купить. Вот пару огненных стрел. Лёд у него кончились. Ну и пока что все. Пока что больше ничего не надо. Так, ну а сейчас я, пожалуй, как... Отправлюсь к Басперу по заданию охотников. Задание мне дал Фальк. Я должен дать письмо Басперу. Сейчас я это сделаю. Пришел. Даю письмо. Он взамен дает мне 20 специальных каких-то стрел, которые я должен отдать Фальку. Так, сейчас я посмотрю. Одно.
Нет, шкуры у меня, в принципе, две мракориса и волков. Думаю-ка я продам шкуры, раз у меня нет шкуры. Пришел на... для грома. Значит, я сейчас я получу при... овечь? Я... волчьи так, 24 шкуры, за хорошо. Овечьи. И даже 144 шкура за мракориса. Волчьи. И 500 монет за шкуры мракориса. Очень выгодно вступать в возвращение именно к Боспору, ученики. Можно получить очень много денег. Нам остается только... Теперь надо бы зайти еще к Лютере. Так. Я забыл еще расспросить о том человеке, с кем я встречался в таверне. Он говорит, что поверь мне, лучше не знать, что мне лучше не знать об этом человеке. Ничего. В общем, если я хочу его еще раз увидеть, то я должен сегодня ночью походить по верхнему кварталу города и поискать его. Я это и сделаю. Проваливай отсюда. Так, отдаю письмо, которое мне написал Яроу. Она его несколько раз читает. И все-таки принимает нас в гильдию торговцев. Я соглашаюсь в нее вступить. И он сразу дает первое задание, в котором я должен отнести, ой, должен принести с фермы Бенгара посылку. На ферме Бенгара я уже был, когда устранял ополчение. Вот. Теперь должен сходить с посылкой. Ну а сейчас я думаю, достану для Рафы новый лук. Купать я его не буду. Его можно достать бесплатно в одном месте. Как раз не очень далеко отсюда. Но Ада нас увидел, что порядок и хаос теперь не работает. Как это типично? Находится она, в принципе, даже, я бы так сказал, совсем недалеко. Правда, там бегают вараны. Ну, в принципе, ничего, я закупился свитками огненной стрелы, так что как-нибудь справлюсь. Так, выходим с телепортера. И идем дальше сюда, вот, вдоль этих гор. Единственное, этот дурацкий дождь, из-за него все плохо видно и всякое такое. Вот, я уже почти пришел на нужное место. Перед этим лучше сохраниться. Так, я сохранился. Теперь можно продолжать дальше. Убивать варанов я буду с помощью огненной стрелы. Всего варанов там, по-моему, 3 или 4. Ну, точно я не помню. 4, наверное, а может и 3. Так, вот первый. Так. Где-то бегает второй. Он застрял, ого. Ничего. Больше ничего нет. Там ничего нет. Установлю-ка я, пожалуй, жизнь. Да, урон большой наносит. Так, а где еще один? Ой, их тут точно не должно быть два. Тут либо три, либо четыре. Oh.
Кажись, забыл об одном. Сундук-то вскрывается отмычками, наверное. Я не умею открывать замки отмычкой. Ладно, вернусь сюда еще чуть попозже. Я вам просто показал место. В этом сундуке находится как раз составной лук, который нужен Рафи. Но заодно, раз я уже пошел сюда, покажу здесь тайник. Так, где-то здесь должно быть коронное растение. Вот где? Что-то не знаю. Ну-ка, вот, наверное, да. Вот здесь коронное растение. Ну и, в принципе, все. Ладно уж. Не получилось вот. Забыл про то, что я еще не обучилась. Надо срочно обучаться, вскрывать замки отмычками. Ну а сейчас я отправлюсь на ферму Бенгара по заданию гильдии торговцев. Вот я недалеко от фермы Бенгара. И теперь наконец-то я могу забрать заказ. Это с этого как. Вот. Для гильдии торговцев вот список. Передаст пакет Бенгара. И вот как раз. Получение больше не до Бальтазар может снова пасти своих овец на пастбище. Ополчение ушло. Почему? Хорошо. Бери. Ты тоже. Все. Заодно и завершился квест. С Бальтазаром теперь Бальтазар может здесь пасти своих овец. Вот так вот. Просто был какой-то небольшой баг. Так, заодно-ка я зайду в гильдию охотников. И отдам стрелы Фальку. Эй! Так, вот выполню твое поручение. Отдаю 100 стрел. Все. Ну а сейчас я отправлюсь в город, отдам наконец этот пакет Бенгара. Кстати, отдать я его должен не Лютеру, а Йоре, торговцу, который торгует прямо перед входом. Там еще находится Зурис, Конта, этот, еще как его, или Сара, если вы ее не посадили. Ну и разные другие торговцы. Все, я отправляюсь в город. Вот я уже в городе и отдаю посылку Бенгара Йоре. Все, квест выполнен. И я могу отчитаться Лютеру. Дает мне очередное поручение. Этот квест довольно сложный, я бы так сказал. В общем, расскажу кратко. У гильдии торговцев возникли проблемы с человеком по имени Зурис. Он торгует всякими эликсирами там, на рыночной площади. Сейчас как раз я иду к нему.
он, в общем... В общем, возникли с ним проблемы. Но потому что вспомнил, место, что которое принадлежит Юре, на самом деле принадлежит и ему. И он это место хочет отдать какому-то другому человеку, а не Юре. Что невыгодно для гильдии торговцев. Главное мне себя не выдать. Вот. Это тебе возникли. Говорю, что я не слышала о такой гильдии торговцев. Надо главное ему все правильно сказать. Так. Что меня беспокоит за Йору. В общем, я должен принести для него один эликсир. Находится он в долине рудников. Найти его довольно сложно. Это один из трудных квестов в игре. Ну ничего, теперь надо расспросить подробно об этом эликсире у Лютера. Так вот, я у Лютера и спрашиваю. По поводу аренды Йоры. Расспрошу, тут ничего интересного нет. Ты хочешь сказать? Расспрошу про эликсир. Он говорит, что знает, может что-то знать один человек. Точное имя я не помню, но он находится сейчас тоже в долине рудников. Долина рудников я должен идти во второй главе. Так что этот квест буду выполнять гораздо позже. Также можно убить Зуриса, но тогда тебя, можно сказать, выкинут из гильдии. Будет провален квест, но естественно провалена вся гильдия. Вот. И еще можно, если... Сказать все неправильно, то заплатив ему 10 тысяч золотых монет, выполнить этот квест, или заплатив 5 тысяч золотых монет. Что там тоже сказал, квест, все по-разному. Я выбрал этот эликсир, потому что когда я ему отдам, я потом его смогу скупить. Этот эликсир. А он довольно хороший. Потом как раз все объясню. Так, время. 17:38. Что ж, надо подождать до вечера. Пока не появится нужный мне человек, как сказал Гербранд. Что ж, я буду просто стоять и ждать. Это вырежу. Вот наступила ночь. Правда, я все время это не ждал, мне надоело ждать. Пождал где-то часок, а потом решил отоспаться в отеле. Решил обследовать верхний квартал. Я разорву тебя на куски. Сейчас ты получишь. Тут драка. Вернее, даже убийство. Да. Вот я нашел того, кого искал. Он немного расскажет о себе. И предложит вступить в одну интересную гильдию, гильдию убийц. Я, конечно же, вступлю туда. Все, я вступил в гильдию убийц. Он мне дал первое задание. А, нет, еще не дал, вот. Я должен убить одного парня. Вот и все.
ничего. Все, теперь я вступил в гильдию убийц. И теперь уже, наверное, я посплю до утра. Я поспал, но не совсем до утра. Сейчас еще ночь идет. 3:34. Сейчас я буду избивать Валентина. Заодно использую на нем свиток забвения. Выполню еще и этот квест. Так. Вот, Валентина. Дело в том, что он выходит из этой вот таверны. Именно 4 часа ночи. На сейчас 3:43. Так, пока можно установить жизнь. Так. Чтобы съесть такую устрицу съем. Валентин еще до сих пор сидит. Время 3:51. Да. Ты, я вот... Кстати, Барток может научить подкрадываться. Очень нужная вещь. Валентин еще сидит. Ну ничего, уже почти 4 часа ночи. О, это я сам лично выслеживал его. И главное его избить без свидетелей. Место искал очень долго подходящее, а то накинется. Остается только ждать, как же он дойдет до нужного мне места. Точно, я чуть не забыл, надо бы еще свиток забвения приготовить. Так, вот он у меня. Мана 10, отлично. Так, буду убивать я его, избивать. Ну, где-то вот в этом месте, где я сейчас стою. Так, надо приготовиться. Подожди минутку. Так сказать. Ничего нет. Есть ключ и 200 золотых монет. Ключ это от его сундука. Так, на меня никто не накинулся. Мне кажется, все спокойно. Забыл свиток забыть, не знаю, действует, нет. Подействовал ли он сейчас или нет. Подожди минутку. Кажись, подействовал. Тогда я сразу зайду к Игнацу и доложу, что я использовал свиток забвения. Что заклинание сработало. А то если не сработало, у меня еще, наверное, тогда штраф придется сплатить за то, что его избил. Даже не знаю.
Я использовал свиток. Отлично, отлично. У тебя все получилось? Да, заклинание сработало. Превосходно. Вот и все. Но теперь бы мне, да, отоспаться до утра. Ладно, все, я пошел отсыпаться. Так, и так я отоспался до утра. И теперь я заодно скажу Регису, что я избил Валентину. Пока все. О. Странно. А. С кем ты драл? С парнем. Я даже его не расспрашивал о Валентине. Вот он отдал мне его кольцо. Я должен буду передать его следующему, кто его и забьет. И он решил встать между двумя братьями, чтобы погасить этот конфликт. Но у него ничего не вышло. Так, теперь надо поговорить с Кэрри. Прошлой ночью он не смог расплатиться по счету. Он болтал что-то о том, что его обокрали и что он заплатит мне потом. Как же. И? Что ты сделал? Я? Задал ему хорошую трепку, что же еще? Вот, возьми это кольцо. Что? Не понимаю. Оно принадлежало Валентина. Ты можешь передать его следующему, кто отдубасит его. Все, ну а теперь можно поговорить с Валентином. И предложить ему присоединиться в болотный лагерь. Деревья и животные, волки и овцы. И, наконец, появился человек. И Аданос был удовлетворен тем, что вышло. Говорю, что его не очень он любят был в городе. Доволен всеми существами в равной степени. И он согласился присоединиться к болотному лагерю. Но так велик был гнев. Так, теперь я должен его отвезти на рыночную площадь. К этому, как его там зовут? Ну, это ужасно. К идолу Парвезу. Так. Ты хочешь сказать? Этот человек ищет твоего расположения, господин мой. Кого ты привел ко мне? Достоин ли он? Вне сомнений, он нуждается в духовном наставнике, господин. Очень хорошо. Ты будешь приходить ко мне каждый день и слушать. Все, он дает свое согласие. Вот, я получил новый уровень. Теперь у меня 9-й уровень. И я должен буду обучиться обязательно вскрывать замки отмычками. Это мне просто необходимо. Но это я сделаю в следующем эпизоде, поскольку этот уже заканчивается. Подписывайтесь, комментируйте, добавляйтесь, друзья. Всем пока.